прикасайся ко мне. У тебя был шанс, и ты его упустил. Но это же не по моей вине. А по чьей же милости, я фиг знаю сколько, на свидании сидела одна. Это Анакондовна. Она хотела помочь и заперла меня. Что за бред? Кирилл, ты уже так заврался, что сам себя не слышишь. Никуда я тебя не отпущу, пока ты меня не выслушаешь. Я люблю тебя. Отстань. Я тебе больше не верю. Так меня еще никто не унижал. Маша, Кирилл, вы опять за свое. Прекратите сейчас же. Не то снова закрою вас в классе. Ясно? Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. У вас вообще есть другие методы? Вы не учитель, вы ведьма. Маша, стой! Ведьма? Я же для вас старалась. А вы... Вы... Ну и дела. И кого идти успокаивать? Давай начнем с Анакондовны, а то я не готова к этим страстям. Ирина Анатольевна, перестаньте. Я отдала им лучшие годы жизни. Я пожертвовала всем. Я излучаю свет и любовь. Объединяю сердца. Они не благодарны. Блин, надо было с Машей и Кириллом начинать. Тут, походу, еще хуже. Надо сваливать. Девочки, вот скажите мне на милость, чем я заслужила к себе такое отношение? Я же им добро делаю. Ну, так-то вы дважды детей в заперти оставили, а в остальном, да, добро. Из лучших побуждений, не забывайте. А они мне чем отплатили, а? Чем? Я вас спрашиваю! Пустите, Ирина Анатольевна, я не знаю ответа, только двойку не ставьте! Я выйду! Ты меня знаешь! Ой, мамочки! Кирилл, это нечестно! Слезай, прошу тебя! Нет! Если ты не хочешь меня слушать, то мне больше ничего не остается! Ирина Анатольевна, сделайте же что-нибудь! Что? Опять вам Ирина Анатольевна понадобилась? Как жареным запахло, так сразу Ирина Анатольевна! Ирина Анатольевна, ну вы же учитель года, вы же для нас это, всю душу отдаете! Нет! Он сейчас прыгнет! Так, Маша, не драматизируй! Он на столе стоит! Кирилл, заканчивай этот цирк! А вдруг он неудачно прыгнет и ногу вывернет? На уроках спокойнее сидеть будет! Возьмет сердце! А насчет сердца? Было у меня сердце, было. Я его вам отдала. А вы его взяли и растоптали. Маша, прошу, выслушай меня. Да поговори ты с ним уже. Да, сколько можно. Ладно. Благодарю. Машулечка, родненькая, прости меня, я не виноват. Ну, теперь мы здесь лишние. Пойдем на Кондону снова утешать. Не, я просто хочу где-то посидеть в тишине. Ну окей, пойдем же хотя бы куда-нибудь. Давай уже, говори, что ты там хотел сказать. Только на многое не рассчитывай. Доверие ты уже исчерпал. Нас реально Анакондовна заперла. Ксюша и Соня могут подтвердить. А они здесь при чем? Так они со мной были. Ты мне лапшу-то на уши не вешай, ок? Она что, совсем сдурела? Вот именно. Пойдем, сама у девочек спросишь. Маш. Сумасшедший день. Оза, боюсь представить, что будет дальше. Соня, Ксюша, скажите Маше, что не виноват.
что это Ирина Анатольевна нас всех закрыла, и я не смог прийти на свидание. Да, это правда. Жуткое приключение. Но почему вы сразу мне не рассказали? Ты нормальная? Сама же на звонки не отвечала. А, точно. Ну, я расстроена была очень. Так что, начнем сначала? Ну, если девочки подтверждают твою версию... Подтверждаем! Хорошо, пойдем поговорим. Наконец-то. Только вы это, не ссорьтесь там. Мы постараемся. Маша, ответь мне на один вопрос. Ты хочешь снова быть вместе со мной? Машенька, пожалуйста, не молчи! Вот значит как, да? Мама? Здрасте. Мама, я раз в году взяла выходной, думала маникюр обновить. Но нет, Ирина Анатольевна позвонила. Мам, я здесь ни при чем. Да? А кто при чем? А что не так с Машиным поведением? Молчи! Тебе слова никто не давал. Ирине Анатольевне кто нахамил, а? Не вы случайно? Вы просто всего не знаете. Ты, адвокат хулиганки, быстро домой, ты наказана. Ну, мам. Быстро, я сказала. Ой-ой-ой, мы не вовремя, ясно, понятно, всего хорошего. Стойте! Вот вы сейчас все расскажете, только на этот раз Машиной маме. А я тебе говорила, еще рано возвращаться. В следующий раз буду тебя слушать. Что рассказать, Кирилл? Как нас Анакондовна запирала, без еды и воды. Что? Маша, она и тебя запирала? Да, с ним вот. Дайте пройти. Ну что, получили по заслугам? Будете знать, как оскорблять святую учительницу. Эй, Святоша! А не вы ли тут заперли наедине мою дочь со взрослым парнем? Слыхала? Взрослый? Это совершенно не относится к делу. Ваша дочь устроила тут скандал. Оскорбила меня. И вообще, роман крутит тут у всех на виду. Ирина Анатольевна, вы с тем это-то не спрыгивайте. Лиля Валерьевна, вы что? Я говорю, что Маша от рук отбилась. Это я сейчас кое-кому руки отобью. Ирина Анатольевна, я требую объяснений. Ну, чего стоим? Кого ждем? На чем мы там остановились? Не помню. А я помню. Ай! За что? Ты ни капельки не повзрослел. Я же еще не ответила. Хочу ли я снова встречаться с тобой? Девушка, огонь. Маш, подожди! Так какой твой ответ? Ну что вы там, договорились? Судя по всему, не договорились. Не-не, она меня любит. Я чувствую. Блин, а что тут стоит? Маш! Господи, когда в этой школе наступит мир и порядок? Вон отсюда! Морали будете читать своей дочери! Ну, знаете, я так просто этого не оставлю! Ой-ой-ой, напугали! Ты там что-то говорила про мир и порядок? Забудь. Making moves, trying to get away from this life I'm living.